Ребята, в Мармарисе 18 октября 2022 года. Турция, Мармарис, шикарная, конечно. Вода, ну, 22-23 где-то. Но отдохнуть можно. Обязательно приезжайте, класс. На яхточках. Пляжи заполнены по полной, в основном англичане. По-русски даже на ресепшене не говорят. Все на английском. Яхточки, конечно, бомба. Ширина, не знаю, 3,5 метра вот у этого катера. Обалдеть. Вот тут спасательная шлюпка, наверное, катеру.